Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Блэкс, и сегодня продолжаем играть в игру под названием LEGO Batman The Video Game. Сегодня мы будем проходить последние три миссии из второго эпизода за злодеев. Вот так вот. Мы отправляемся снова на лодке пингвина. Куда-то. Птица и крокодил, наконец-то вместе! Что? Хочешь, чтобы я чистил твои зубы? Фу! Постой, что это? Легавые! Слышишь? Ха! Они забыли, что мы водные существа. Давай убираться отсюда. Феерично прочитал, сейчас покашляю. Все норм. Бэтмен оставил кошку. Но ничего страшного. О! Лодка пингвина, которая меньше, но все-таки смогла поднять огромную. Крокодайл. Крокодил у нас. О, красава. Мы сейчас играем за ту лодку, которую, помните, мы гасили. Ой, бля! Бля, ты есть! Так, так, так. О, что это такое? И че? Calm down with my niggas, calm down. О, готов. Слушайте. Слушайте. О-о-о-о. Ну ладно, потом все равно лодку пингвина грохнут. Угадайте, кто. Да-да, вы правильно подумали. Твоя мама. Саная цитадель. Слушай, там много легавок, давайте мы их зажмем сначала вот за этого. Чё он умеет? Чё это? Вау. И все? Полыховски, полыховски, ребят. Чё за херня? Ух ты, нихера себе. Да ты, сука, падла, гнида мразь, слушай. Слушай, я таких не видел никогда. Во, а, да, это ж подлодка. Точно, это подлодка, она может нырять. Да ладно. Нет, блин, не может. И что делать? Как открывать-то? Вот то, а, это вот этот хел, да? Слушайте, они нас дергают, как кто-то, а мы в виде босса тогда проходили, ну, если кто смотрел, то помнит, что мы эту лодку, короче, гасили, 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 и не загасили. Ой, его задолбали. Топись, лодка. И большая, и маленькая. Бля, я застрял. Бух. Самая лучшая физика у нас в клубе. Я сейчас херню реально сморозил. А они как тут ездят? Ты чё, идиот, что ли? Такого быть, бля, не может. Ой, бля. До свидания.
Нихера себе, там обстрел. Аж отсюда слышно, вы слышите это? Я лично да. О, еще кое-что сделали хорошее. Для страны! Блять, меня эти лодки бесят! Малые да сраные. И второй. Я сказал, и второй. Готов. Поехали дальше. Что происходит, я в ахуе. Я вообще в шоке нахер. Чего творят? Да что происходит вообще нахер, а? Да как? 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 Просто пострелять? Я стрелял. Я не знаю. Ой, меня еще раз дергают. Я обратно надо. Вот это реально не меня бесит уже. Calm down with my niggas, calm down. Ладно, поехали. Поехали тогда за этой херней. Три как раз хватит, я думаю. Да. Так, о, опять палит мусора. Хоп, мусорок, пропиши ко мне срок. Давай, поехали. Лодочка пингвина. Погнали. А, сейчас будет босс, полицейский гадер. Огромная махина такая, слушайте. Как ее гасить, я не помню. А, я ее не играл. Так, давайте-ка берем пингвина и гасим этого говноеда. Вот ты говноед. Надо еще, наверное. Сейчас еще накатим. Не беда. Куда они пропали? Ну этот не может, ясное дело. Черт, вот это пушки. Слушай, почему мы лазерами все стреляем? Я не понял, это какой-то новый век, что ли? Век новой технологии, блядь. Ты вообще будешь попадать сегодня? Трудный случай.
готов. Все, прошли заданьку. Нам сейчас объяснят, как она выбралась. Что за ересь? Охереть. Давайте это все пропустим, то что нахер не надо. Сразу перейдем к делу. Так, давайте. Дело! Продолжить историю. Надо пройти уже полностью Лего Бэтмен, потому что он заколебал, однако. Ба! Моя любимая кошечка похищена. Какого черта? Спасти ее. Но вся операция, моя прекрасная машина, рисковать всем? Да-да, конечно же, она того стоит. Я просто поджидаю более подходящего момента. Крокодилчик Свомпи. А я думал, у него в желудке телефон. Так, вот этот бред сейчас начнем. А с кем тогда сражались? Вообще не ебу. Так, что у нас тут? Ага, пингвин может вот так вот делать, да? Как один из костюмов Бэтса. То есть он может летать. Да не надо нам этого говнаря. Еще один. Вот додики. Блять. What the fuck? Что за херня? Что это было? Хоп. Тик-тик-тик-тик-тик. Ты кто такой? Я тебя не звал. Не, реально, это весело. Окей. Дерзкое спасение. Дерзкий, мерзкий, как пуля, гнусный. Чё это тут? Чё-то большое надо построить. Поход делал. Крокодил, что ли? Ну ладно, ну чё, не издевайтесь мне. Если крокодил построим, вообще бред будет. Крокодил строит... А, блядь, крокодил строит крокодил, а. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хочу смеяться 5 минут.
тут еще хвост. У-у-у. Как все запущено. Настоящий аллигатор. Я вас все сожру нахер. Я тебя сожру нахер. Ты чё такой дерзкий, как пуля мерзкий? Давно не досажаешь. Иди сюда, говно. Вот дебил. Так, ясно. Чё ж вы по пластик с тем-то не можете ходить? Вау. Ух ты. Так, куда-то прошли. Я вообще не в... Да, не в... Вот что тут? Да не надо! Куда он пошел, дебил? Видите, мы куда-то вышли. Опа, засада! Мы в толкане, оказывается. Толкан святой, мать твою. И мать святой, и толкан. Короче, все святое. Не люблю я толканы, потому что там всегда срут. Не люблю срать. Дерзкая логика. А, ну это толкан по-любому. Спорить не надо. Это полицейский участок, слушайте. Там толкан был. Нет, тут она не пройти, слушайте. О! Иди сюда. Вот эта херня нам подойдет. А это еще что за ересь? Из князя в грязи, что ли? Иди нах. Ух ты, че это? Ну го. Пошел в жопу. Я всех сожру нах. Вот так вот. А эти куда делись? Майдауны. А, надо что-то в камерах поискать, точняк. Может, что-нибудь интересненькое найдем. Хера нету. О, а вот это более интересно. И что это за херня? What the fuck? Это по-любому дверь туда, куда нам надо.
А, она... А. Понятно. Да, огромное количество полицейских не может замочить одного старика. Это и называется полиция Готэма. Хотя вроде в Америке, не в России. Ну ладно. Кстати, он из этой хрени стреляет, но она вообще ему мало помогает, на самом деле. What the fuck is it? Телефон. Блять, этот сват он заколебал. А это что еще за... А, все, отлично, прошли миссию. О, охереть! Крокодильчик разберется. Так, ну сейчас будет последняя миссия, ребят. И на этом мы закончим. Проходить второй эпизод и начнем уже с Джокером. С Джокером самый веселый. Киллер Крок. Нассать вообще. Да нассать, я сказал. И последняя миссия, ребят, давайте. Соберемся, сосредоточимся и пройдем ее. Время пришло. Наша чудо-команда выполнила мой идеальный план. По кирпичику вознесла башню в небо, распуская пингвинов по всему городу. Не хихикать там. Скажем просто, они все разнесут. Да, конечно же, я имел в виду, что они взорвутся. Хер с вами, пох. А этого говнаря мы там оставили, летучую хрыщ. О, господи, сейчас будет самая тупая миссия, кажется, потому что она последняя, наверное, самая долгая. Нет, ребят, если миссия самая долгая, это не значит, что она самая крутая. What the fuck is it? Мяу, блядь! Вообще не в курсах, что творится. Давай, достраивай эту лестницу ссаную. Ладно, какая-то ссаная херня. Чё, лед нельзя этими пингвинами разрушить? Металл разрушает лед, нет. Ну пиздец. А, тут этот может. Женщина-кошка не может, пингвин поможет. What the fuck, what the fuck? Куда-то пришли, я вообще не ебу.
А это что? Ну ладно, сейчас посмотрим, что мы тут делаем. Так, тихо. Кошка, блядь! Ну, я имел в виду, ну ты... Ты чё, падла, Ах ты, сука, падла, гнида, мразь. Это мы вот так делаем. Отлично. Она же не может туда пройти. Нам нужен тот, кто может. А, ну. Чё, додик, что ли? Он оттуда вылезет. Ну, я так и думал. Мы же не ищем легких путей, мать твою. Почему тут снега его не было? Это еще не конец. Чё? Как он? Через текстурки. Блять, ну чё вы сразу, а? Агро, блять. Дебилы вы, а не агро. А, да, нам нужен трактор. И что это вообще такое? Это бульдозер? По-любому бульдозер. Хотя я не помню, как это называется, хрень. Совсем все забыл. Мелкий скот я. Ну да, лед мы сломали. Да, конечно. Нам же больше нечего ломать. Да, вот это физика. Просто на высоте. Блеск. Я реально эту миссию не проходил. В первый раз прохожу. И мажет этот пидор! Простите за мат, просто нервный сегодня. Да умрите вы! Так, убеем его. Убеем. Лол, херню какую-то сказал. Убеем. Мамку твоему убеем. Давай, давай, быстрее. Я хочу пройти уже эту самую игру. Её ж пока делали, обоссали 3 раза. Потому что скучно, блин, становится. Я понимаю, Лего Star Wars 3. Там не скучно, там вообще весело будет. Или там Лего Гарри Поттер вообще скукота. Не знаю, что мы там будем делать, но придется проходить. Я взял на себя обязанность пройти все Лего игры, кроме Лего Индиана Джонс 2. Лего Индиана Джонс 2 говно. Я вам это уже говорил где-то 500 тысяч раз. Ну, может, вы меня не слушаете. А, вот тут мы были, я помню.
Ну да, 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 от льда отскакивает. А. 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 Спасибо оперативникам за это. Так, ну и еще один остался. Все, оперативники сосут. Женщина Гажги. Ага. Там надо как-то вместе. А как-то? А, вон она. Здорово, пошли быстрее, кошатница херова. Вот и готово все. Отлично, мы прошли эпизод. Дерзкие пингвины на улицах города. Вот это дерзость. Дерзкий пингвин. Тут конца истории нету, потому что это дерзкий пингвин. Что? Сейчас будет это лежо Батмене. Вот это все перлематмене. Во. Лежо Батман. За фидиожами. Блять, это шедевр. За фидиожами нахер. Блять. Как там, не лего? Лежо жами. Жами, лежо Бэтмен, блять. За фидиожами. Ладно, дорогие друзья, с вами был я, Блэкс, и ждите. Еще две серии осталось, и Лего Бэтмен будет пройден, ребят. И мы начнем проходить Лего Гарри Поттер. Вот так вот. Лего Бэтмен 2. Я как бы игры прохожу по хронологическому порядку, то есть, как они выходили. То есть, например, сейчас вышла самая последняя игра, это Лего Хоббит. Перед ней это еще Лего Муви и Лего Марвел Супер Хиро. Потом еще там сзади был Лего Lord of the Ring. Вот как раз Лего Бэтмен, Лего Star Wars 3, Лего Pirates, Лего Гарри Поттер 2 и Лего Гарри Поттер 1 там вот есть. Ну вот-вот, мы вот такие игры осталось пройти, но я думаю, еще нечего судить, потому что я еще Лего Бэтмен не прошел. Как пройду, так и будем судить. Ну ладно, с вами был я, Блэкс, и начнем, пока, береги тебя, пока-пока.